Так, друзья, всем привет! Сегодня я решил снять обзор на вот эту очень редкую гитару, которая, возможно, единственный раз в жизни может попасться в руки. Она стоит порядка 2-2,5 миллионов рублей. Расскажу, почему у нее такая цена и почему она станет еще дороже со временем. Итак, у меня в руках Gibson Les Paul Zakk Wylde Bullseye, но не просто. Хотя даже обычные они, это уже Custom Shop, то есть они порядка 10 тысяч долларов сейчас стоят. А это еще и aged. Aged означает состаренный. Вот. И состаривание происходило в мастерской, если видно, надеюсь, Тома Мерфи, то есть это отдельное отделение Custom Shop, которое специализируется именно на состаривании гитар. Вот. Соответственно, таких гитар всего 50. Мы можем увидеть серийник не ZW, как обычно у них идет, а ZWA, то есть aged, то есть состаренная. Вот. Что примечательно, эта гитара была именно как раз-таки вот весь релик, да, выполнен с точностью, как у оригинальной гитары Zakka 81 года. Это Gibson. Сейчас немножко расскажу вообще про то, как появилась эта гитара. Ну, по крайней мере, то, что мне удалось вычитать. То есть, в 87 году, когда Zakk Wylde присоединился к Оззи Осборну, вот, ну, не буду рассказывать, конечно, все, наверное, знают, кто такой Zakk Wylde, там Оззи Осборн, то есть, такие легенды рока. Соответственно, у него был просто белый Gibson Les Paul. Но там какой-то фотосет предстоял, и он попросил техника, если не ошибаюсь, Фред Кавалло, как-то так его звали, покрасить эту гитару и сделать принт, ну, то есть графику в стиле Vertigo, то есть там Хичкока фильм какой-то. Ну, в общем, получилось не совсем то, что он хотел, вот, получился вот такой, соответственно, какая-то мишень, да, вот, но как бы он забил и продолжил, соответственно, играть уже на этой гитаре, записал там кучу альбомов и так далее. Вот. Потом в 2000 году эта гитара потерялась. Вот. Когда вот этот их техник Фред Кавалло, ну, отсутствовал. В общем, как-то криво закрыли, в общем, грузовик, и выскочила гитара. В общем, рассыпалась там по дороге куча оборудования. Кто-то там подобрал. Короче, гитара пошла по рукам, там, по всяким ломбардам. Вот. И спустя только несколько лет... Вот. Парень, который купил в каком-то ломбарде за 250 баксов эту гитару, он, в общем, открутил звукоснимателя, а этот техник внутри звучков там нацарапал, типа, Zakk, спасибо за гиг, ну, типа, за шоу там. И парень понял, что, в принципе, может быть, его гитара как бы когда-то принадлежала Zakku. Ну, вот они связались, собственно, и вот так вот гитара вернулась к своему владельцу. А того парня как-то звали Джерри, что ли, не помню. Вот. Ну, в общем, суть такая, да, что... этот инструмент, то есть, ну, является такой достаточно исторической в какой-то степени ценностью. Ну, я не говорю уж, конечно, про основную гитару, да, то есть, с которой все это было слизано. Вот. Но здесь, конечно, используются там самые топовые отборные куски деревяшки, да, то есть, ну, плюс остаривание. То есть, обычные гитары, которые Мерфи, там, стоят порядка 1 000 000 рублей, да, ну, соответственно, это одна из 50, то есть, уже мало у кого она есть. Ну, и вот недавно... умер Гарри Мур, да, и вот эта гитара Грини, которая сейчас у Кирка Хэммета, да, то есть она тоже там порядка 2 000 000 долларов он купил ее у, то есть там семьи вот этого Гарри Мура, вот. Ну, в общем, суть такая, что со временем, конечно, это одна из тех гитар, которая будет просто дорожать и дорожать. Вот еще раз покажу напоследок. То есть, хоть я, конечно, не сильно обзорщик гитарный, да и вообще, это не моя история, но потом когда-нибудь сам буду пересматривать это видео. Вот, пока что, в общем, эта гитара в Москве, но, возможно, скоро поедет в Штаты. В общем, подписывайтесь на наш канал. У нас там есть телега, в которой разные новые инструменты появляются раньше, чем на Авито. Вот, гитарные уроки. Вот, и куча много интересного еще у нас будет дальше. Всем пока!